Приветствия, друзья, и это мой первый влог. Сейчас у меня небольшой тур, который мы организовали совместно с моим другом Ромой Бетрединовым, абсолютно своими силами, без каких-либо связей. И я уже отыграл в городе Новосибирск, это клуб «Бродячая собака», в городе Пермь, концерт-холл «Атмосфера», и в Екатеринбурге в клубе «Ever Jazz». Сейчас я в Тюмени нахожусь, сегодня у меня концерт здесь, в Доме печати. Поэтому все буду снимать, все буду показывать, сколько собирается людей на подобных концертах, какие площадки можно найти для подобных концертов, как проходит организация, как работает реклама. В общем, все, что касается организации концертов, и в том числе фингерстайла, поэтому поехали! Я уже не первый раз, и мне здесь очень нравится. Хороший город, благоустроенный, чистый, развитый. Когда здесь, конечно, температура падает до нуля, все тает и появляется вот, конечно, такая грязь. А когда хороший минус, то снег лежит, не тает и абсолютно комфортно. Кстати, если кто-то думает, что здесь очень холодно, на самом деле зима очень комфортная, даже когда минус 20, например, но нет ветра и ты тепло одет, то можно абсолютно спокойно гулять и получать удовольствие. Так что будем ждать, пока народ соберется. Вот что получилось. Вот первое знакомое лицо из моей аудитории тюменской. Здорово. Здорово, дорогой. Как дела? Круто, круто все. Ты с техникой? Да, я с техникой на ты. Вот кто на концерты ходит правильно. Берет с собой технику. Ты что будешь делать, Тимур? Я буду тебя фотографировать. Попробуем снять видос. Круто, круто. Спасибо тебе. Вот человек пришел на концерт, снимет видос. Надеюсь, все получится по игре, по качеству, и мы это выложим, да, на YouTube. Конечно. Вот. Плюс, если в Тюмени у кого-то есть вопросы по фото, это к нему. Может, давай какой-нибудь это сделаем? Да нет, зачем? Я и так посередине стою всегда. Ну, то есть, примерно, видишь, я стык-то примерно вижу, стык, да, вот на стыке. Ну, окей, на вот стыке. Вот это будет твое место событие. Действия. Так, вот гримерка. Это сюда. Музыка громче, глаза закрыты. Ну, в принципе, у заведения такой формат тусовочный, поэтому... Я не курю, но террасу посмотрю. Прикольно. Ух ты, как красиво. Это крыша. Данил, привет. Привет.
Вот будущее фингерстайла. Здравствуйте. Китайский летчик Джао Да. Приехал с Китая. Кому, кстати, интересно, видюшь? А, я же все выложил на Инстаграм. Привез вот такую штуку. Что? Тая, ну это... Держи. Так, Батон Руш у нас здесь. Слушай, нашелся. Да я подписал. Данил. Так, ну вот первое отделение прошло, звук хороший. Как тебе? Супер. Спасибо. Еще приду. Собираю отзывы. Ну как вам концерт? Замечательно, замечательно, лучший концерт. С Китая приехал, обойдя все границы, дай, дай руку. Лишь бы тебя, лишь бы тебя. С самого Китая. Классно. А ну дай на свет посмотрю. Это наклейка. Спасибо. Вижу, ты гений. Спасибо. Так. Круто. Вот уже наклейку мне распечатали. Здорово как. Я стараюсь регулярно выкладывать новые видеозаписи на свой YouTube-канал. Поэтому я это делаю для того, чтобы пока я не могу приехать к вам в Тюмень, чтобы, если вы вдруг заскучаете, могли посмотреть и вспомнить о том, как вы были на концерте, или показать друзьям не просто запись телефона, а профессиональную, качественную картинку и звук. Я надеюсь, что вам очень понравится то, что там есть, и надеюсь, что вы подпишетесь и будете смотреть. А как канал называется? Канал называется Юрий Полежаев. Спасибо вам. Спасибо, что пришли, уделили время. Спасибо. Так, ну все, концерт прошел. Это не все люди, которые были, половина уже ушли, но было не так много, как, например, в Екатеринбурге в клубе Ever Jazz. Вот тут есть парень один. Здравствуйте. Здравствуй. Играет на Батон Руш, а играет он известного всем гитариста Александра Мисько. А песня? Произведение? Произведение Thunderstorm. Thunderstorm, да, гроза. Да, гроза. А можешь кусочек продемонстрировать, чтобы Саша увидел, какие у него есть поклонники? Сейчас, сейчас. Сейчас, подожди, пожалуйста. А можно музыку потише сделать? Можно? На 5 секундочек. Мы тут снимем кое-что. Спасибо. Давай. Да. Супер! Слушай, ну вот, по крайней мере, можно сразу узнать, что это с произведением Мисько «Гроза». Ну, то есть, я сразу узнал. Я сразу узнал.
Hello. Hello, you beautiful people. Алло, мы сегодня. Как вам концерт, девчонки? Я женат, кстати, так что имейте в виду. А я не знаю, да, я не знаю. А тебя как зовут, симпатяшка? Жена будет не против? Я сегодня выложила столько сторис, сколько в моей жизни не было. Все мои подписчики... Это показатель. Успех, успех. Супер, спасибо. Спасибо Тимуру. Ждите фотки и видосы. Ух, ребята, иду с пробежки. 10 километров. Бегал час на набережной в Тюмени. Это река Тура. Бегать, конечно же, я предпочитаю на природе, потому что здесь и ощущение от бега другое, и воздух приятный, потому что в городе это машины, это дышать невозможно абсолютно. Вот. И я, поскольку сейчас в туре, я не бегаю, потому что у меня даже нет, ну, никаких кроссовок с собой, никаких штанов. Но я вот нашел какие-то штаны. Это женские штаны, если честно. Ну, спортивные. В ботинках. Но непреодолимое желание уже появилось растрястись, пробежаться как следует. Я, когда в привычном режиме живу дома, в Ставрополе, я бегаю 2 раза в неделю. Вот, а сейчас я уже 3 недели в туре, ну, почти 3 недели, я первый раз вот пробежался, но очень рад. Вообще, бег это супер. Тюменский урок физкультуры. Ребята вот занимаются. Иду за продуктами. Сегодня весь день отдыхал и встречался с друзьями. Хорошо посидели, время провели, погуляли. Завтра с утра еще, в принципе, есть время прогуляться, и потом я еду в Казань. Ой, это влог. Зашел в цветочный купить теще и жене цветы. Купил вот такой букетик. Смотрите. Цветы очень быстро мерзнут при минусовой температуре и потом очень быстро завянут, поэтому это выглядит вот так.